все, чтобы мы, живущие сейчас, могли смеяться и плакать, радоваться и огорчаться, учиться, работать. Павлович, Кузнецова Елизавета Васильевна, Елисеев Петр Иванович, Бесков Федор Павлович, Крюков Петр Никитович, Рожков Николай Акимович. На сцену приглашается глава Клецкого сельского поселения Дементьев Геннадий Иванович. На сцену приглашается молодое поколение, учащиеся Клецкой средней школы. На сцену приглашается председатель районного совета ветеранов Могутова Любовь Ивановна. Слово предоставляется Дементьеву Геннадию Ивановичу. Добрый день, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. И добрый день, дорогие земляки и гости сегодняшнего праздничного мероприятия. Примите самые искренние поздравления с одним из главных праздников Российской Федерации, с Днем Победы. День Победы – это торжественный, это родной и близкий для всех нас праздник. Но и в то же время это один из самых и грустных праздников. Грустный, потому что безвозвратные потери. Внимание! Парадные расчеты! Торжественным маршем просим пройти в Центральный парк! Идет на возложение Центральный парк. Спасибо вам за все, отцы и деды, тем, кто врага штыком и пулей брал, и тем, кто, приближая День Победы, недели ведь цеха не покидал. Спасибо женщинам, трудившимся на нивах, осиротевших сел и деревень. Спасибо вам за праздник наш счастливый, за этот трудный и прекрасный день. Народ победитель! Здоровья!
Слово предоставляется казаку станицы Кременской, уряднику Короткову Юрию Васильевичу. Сотни российских городов и деревень превратились в поле сражений. А Сталинградская земля стала настоящей крепостью, остановившейся врага и повернувшей его вспять. Величайшие события выпали на доли наших ветеранов. Низко склоняем головы перед павшими воинами и благодарим тех, кто ковал победу в боях и в тылу. Их подвиг решил исход Второй мировой. Принес освобождение не только нашей стране, но и всему человечеству. Бывшим фронтовикам и дружникам тыла, сегодня мы вместе встречаем 74-ю годовщину Великой Победы. Сыновья, внуки и правнуки солдат Великой Отечественной держат равнение на вас и готовы защищать Родину, жить, трудиться и побеждать. В этот знаменательный день искренне желаю всем счастья, крепкого здоровья, мира и благополучия. Победы и память о ней будут всегда с нами, в сердцах и добрых начинаниях. Вечная память павшим героям! Спасибо! Прошу возложить цветы и венки к братской могиле погибших в период Сталинградской битвы, могиле воинов-комсомольцев Александра Пакульчика и Петра Гудченко, памятному знаку в честь земляков героев Советского Союза. Стертых с лица земли. Вспомним о сотнях городов,